Видели ли вы или нет, у нас просто невероятное какое-то разошлось невероятно широко высказывание знаменитой актрисы Валентины Талызиной, которая затрагивает в том числе и Аллу Пугачеву. Видела, но это какой-то антисемитизм. Это что это вообще такое? Намек ее был понятен абсолютно. Но неужели люди не чувствуют, что 2 года назад этого не было? Что страна катится куда-то, не знаю, в пропасть, какие обыски, эти разоблачения знаменитостей. Это вообще куда катится все? Национальность опять не даст покоя. Опять придет время, но это какой-то фашизм, на мой взгляд.